осваивали приемы спасения на воде. Ребята из спортивно-туристского клуба лицея Серпухов готовятся выступить на областных соревнованиях «Школа безопасности». Молодые люди учатся бросать спасательный круг, метать конец Александрова, а также осваивают технику гребли на лодке. За подготовкой к водному этапу соревнований наблюдала наша съемочная группа. Хороший бросок зависит не только от силы, но и от сноровки. Опытные спасатели городской службы «Юпитер» стараются передать свои навыки молодежи. Как дальше и точнее метнуть конец Александрова, спасательный круг быстро плыть на лодке. На протяжении многих лет мы уже с ними работаем, то есть мы проводим и занятия, и по медицинской подготовке, по теории, то есть они к нам обращаются, мы всегда готовы помочь. Внимание водной подготовке уделили впервые в преддверии областных соревнований «Школы безопасности». На зоне здесь и команд, то есть по всему Южному Подмосковью, там Подольск, Чехов, Коломная, заняли первое место из 10 команд. И теперь едем защищать часть города на областных соревнованиях. То есть там будут все лучшие команды со всех зон Московской области. К ним готовимся. Грести веслами и причаливать к пирсу лучше получалось у мальчишек. Но и девочки старались не уступать товарищам по команде в освоении новых навыков. За короткий срок довольно сложно. Ну, тренировки, все, что я могу сказать. Все может случиться. Вдруг в лесу, например, потерялся без знания туризма. Например, как развести костер, где еду найти, как палатку из доступных материалов построить. Без этого никак. Заключительный областной этап школы безопасности пройдет на территории города Истра со 2 по 5 июня.